Громом аплодисментов встречали Александру Хлудову в Рубцовске. Для маленького городка юная певица уже успела стать звездой. Еще не так давно она пела на сцене канала НТВ, общалась со знаменитыми исполнителями. С самого начала ее поддерживала и наставляла музыкальный руководитель Светлана Харитонова. Я помню, как мы перед конкурсом в декабре, перед «Золотой нотой», подали заявку, отправили видео, на репетиции сняли видео и подали заявку. Вот. И потом уже после конкурса, кажется, да, Светлана Викторовна мне позвонила. Саш, ты прошла. В конкурсе участвовали дети, оставшиеся без попечения родителей. Будущие участники, помимо заявок, должны были написать свою историю судьбы. У Александры это получилось более чем трогательно. Когда я ее прочитала, потом сначала плакала я, потом Ольга Александровна, потом Елена Андреевна, наш педагог. Короче, плакали все. Несмотря на то, что Саша не вошла в финал, это выступление перевернуло всю ее жизнь, изменило саму Сашу. Она даже начала писать песни. На вопрос, от чего зависит успех, Саша ответила песней. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Недавно состоялся гала-концерт вокального конкурса «Ты супер». Александра вместе с другими участниками вновь вышла на большую сцену Государственного Кремлевского дворца. Это все уже позади. А впереди сдача экзаменов и поступление в музыкальный колледж другого города. Галина Плужникова, Геннадий Лабзин. Наши новости.